Куровском отделении Орехово-Зуйского техникума прошла встреча педагогов и воспитателей с исполняющим обязанности главы администрации района Виктором Сорокиным, главой города Куровской Олегом Филипповым и советником председателя Московской областной думы Линарой Самединовой. На встрече поднимались проблемы молодежной политики, вовлечение школьников и студентов в общественную жизнь района. Педагоги отметили, что проведение молодежных фестивалей и форумов помогает заинтересовать молодых людей и воспитывает в них социально активную личность. В частности, уже более 10 лет в районе работает детская организация «Содружество», где школьники разрабатывают социальные проекты и реализуют их. В свою очередь, Линара Самединова, как руководитель молодой гвардии Московской области, рассказала о планах организации на ближайший год и призвала педагогов, школьников и студентов принять участие в них. Также на встрече обсуждалась тема строительства школы в городе Ликино-Дулево и пристройки Куровской гимназии. Уже сделана проектно-сметная документация. Спортивные и актовые залы должны появиться уже к 2020 году.